зовут мам? Агата Кристи. Агата Кристи. Вот она в разных одеждах. Знаменитая английская писательница Агата Кристи. Алкима имеет эти туфли одинаковые. А тут она имеет сапожки, да, или туфли? Туфли. Туфли, везде имеет туфли. Она была в очках ходила, да, наверное. Ну, еще бы, сука, написать. У кого зрение сохранится целым и невредимым. А вот наша Агата Кристи, так есть изображен, ее изображение. Ну, какие нарядные у нее платьица. Ну, ничего удивительного. Она мне почему-то напоминает английскую королеву Елизавету II, на которой я обычно выкладывал фильмы о ее, так сказать, ну, не о ней, а о монетах, где было ее изображение. Кто это, мам? Тоулусе что-то. Ладно. Не знаю. Не надо, не надо. Лаутре. Не знаешь, что не знаешь. Лаутрек. Держи. Как он должен стоять? Вот так. Интересно. А пошевели палочкой. Угу. Топ-топ-топ. Окей. Тулус-Лотрек. Знаменитый французский постимпрессионист. Балеринок все рисовал. А это кто? Фредди. Ну, Фредди есть... Фредди Меркури. Отлично. Смотри, как он тут... На это... Бальзак. Оноре де Бальзак. Как он клево тут выглядит. Лев Толстой в своей рубахе. Ну, он, конечно, редко ходил в рубахе. Это для публики. Тулус-Лотрек. И кто это? Я когда сижу долго, то начинаешь болеть. Ну, я облокачиваюсь. Густав Флобер. Саламбо и прочее, прочее. Мадам Бавари. Кто не читал, советую. Очень хороший писатель. И то, что некоторые. Лев Толстой. Доброе выключение. Thank you.